Вы просили сообщить, если я что-нибудь вспомню. Можно зайти? Конечно. Позвольте, повешу. Присаживайтесь. Я кое-что вспомнила. Может, это не важно, но в день, когда пропал Джонни, пришло письмо. Письмо? Что за письмо? Адресованное отцу Джонни. Не знаю, что было внутри, но он прочел его и ушел. И больше уже не вернулся. И вы думаете, что есть связь между этим письмом и смертью Джонни, так? Что вы еще можете сказать об этом письме? Не знаю зачем, но я сохранила конверт.
Ничего ценного. Разве что адрес. Адрес? Напечатан на старой машинке. Может пригодиться. Большое спасибо, Лорен. Что-то узнаю, позвоню. Стойте, я не могу просто сидеть сложа руки, пока вы ищете убийцу моего сына. После нашего разговора я все думала и... Я пойду с вами. Помогу вести расследование. Вы не сможете мне помочь, Лорен. Это плохая идея. Поверьте. Если вы не согласны, я не отдам конверт. Все или ничего. Простите, Лорен, но я одиночка. А сколько у вас зацепок, мистер Шелби? Этот конверт может вывести вас на убийцу. Понимаю. Дурацкая идея. Не буду отнимать у вас время, мистер Шелби. Стойте. Вы не такая, как все, Лорен. Что есть, то есть. Я просто мать. Мать, решившая найти убийцу своего сына. Так что, по рукам? По рукам. Мы напарники забыли, куда вы, туда и я. Что нам здесь надо? Поговорить с Горди Крамером. Крамером? Владельцем Крамер Констракшн? Его сын. Думаете, он мастер олигархии? Пока я просто хочу задать ему пару вопросов. Оставайтесь и ждите меня. Ладно? Хорошо. А я не смогу вам помочь. Он где-то промелькнул. Вряд ли ты его увидишь. Он редко тусуется с гостями.
Камиль. Да ну. Зачем тогда эта вечеринка? Сам и спрашивай. Привет. Я иду в Горди. В Горди никого не принимает. Вали. Слушай, передай ему, что Скотт Шелби хочет с ним поговорить. Ясно? Ты меня реально достал. Проваливай, пока я добрый. Так я до Горди Крамера не доберусь. Надо что-то придумать. Эти амбалы ни за что не пропустят меня в Горди. Надо что-то придумать. Надо отвлечь их, чтобы они отошли от лестницы. Тогда я смогу проскользнуть. Когда в доме собирается много гостей, могут случиться самые различные инциденты. Пусть охрана проявит внимание и гостеприимство. Я в тупике. Может, Лорен что-нибудь придумает. Я в тупике. Может, Лорен что-нибудь придумает. Когда в доме собирается много гостей, могут случиться самые различные инциденты. Пусть охрана проявит внимание и гостеприимство. Порядок. Теперь надо найти Крамера. Порядок. Теперь надо найти Крамера. Мистер Крамер. Сейчас будет прикол. Меня зовут Скотт Шелби, частный детектив. Я расследую дело мастера оригами. У меня к вам есть пара вопросов. Я бы хотел знать, что случилось с Джозефом Брауном. Пошли вон! Слышите? Убирайтесь отсюда!
Что вам надо? Свидетель видел, как маленький Джозеф Браун садился в ваш лимузин. С тех пор его никто уже не видел. Я знаю, что вас арестовали и допросили, но один звонок вашего отца, и дело закрыли. А что вы можете об этом сказать? Он заблудился. Я предложил подвезти его. Прибыла полиция. Я объяснил, что произошло, и меня отпустили. Вот и все. Ничего интересного, правда? Ясно. Вы добрый самаритянин, который подвозит детей, заблудившихся в лесу у лимузина. Будьте умницей. Придумайте версию получше. Хорошо. Я мастер оригами. Я сажаю жертв в машину, топлю в дождевой воде, потом бросаю на пустыре с оригами, зажатый в кулаке, и орхидеи на груди. А все потому, что мне скучно, мистер Шелби. А это оригинальное, необычное развлечение. Вы довольны? Или мне продолжить? Разговор окончен. Уберите его! В опасную игру, Крамер. Знаете, кто мой отец? Он шевельнет одним пальчиком, и завтра с утра вы не проснетесь. Это вам стоит бояться, мистер Шелби. Не мне,